Ангелина Суганова считает, что ее собака была неспослана ей свыше. Девушка встретила животное на свой день рождения и решила, что это ее подарок. Ангелина заметила кроху случайно. Как раз в свой день рождения она проходила мимо местной помойки и услышала тоненький писк. Оглянувшись по сторонам, она заметила, что возле мусорного бака сидит щенок. Подойдя поближе, она разглядела крошечную малышку, у которой был очень измученный вид. Все тело бедняжки покрывали клещи, а животик сильно раздулся, скорее всего, из-за неправильного питания. Девушка даже не раздумывала над дальнейшими действиями. «Сегодня же мой день рождения, и пусть эта кроха станет моим подарком», — подумала она, беря щенка на руки. Кличку животному Ангелина тоже придумала быстро. Она назвала питомицу Хэппи, Хэппи, и нам кажется, что лучшего имени для дворняги, которая столь чудесным образом обрела дом, просто не придумать. Сейчас Хэппи счастливая домашняя собака, которая с горящими глазами выпрашивает у хозяев еду.